Семья Абжановых из Казахстана в Минске впервые. Познакомиться с достопримечательностями белорусской столицы решили с помощью красного даблдекера и увидеть все и сразу за 2 часа экскурсии. Люблю старые города с красивой историей и архитектурой, и это как раз тот самый город. А мы приехали в город Брест на соревнования и приняли решение задержаться на 3 дня в столице вашей республики. Наша компания недавно присоединилась к интересному проекту, который развивает, по нашему мнению, туризм в нашем городе, карта гостя. Мы с удовольствием приветствуем наших гостей, предоставляя им хорошие скидки. Теперь карта гостя доступна в 5 вариантах – от VIP и премиум до эконом. Можно выбрать также любое время пребывания в Минске. От 24 часов до года. Карта – это и проездной билет. Она дает право на 10 поездок на метро, а также безлимитного проезда на автобусе, троллейбусе, трамвае. Например, если в комплект VIP входит, действительно, вот даже в конверте, да, мы можем посмотреть, туда входит посещение и музеев, 11 музеев бесплатно, зоопарк, 50% скидка на посещение аквапарка нашего, то, например, комплект карты гостя премиум, он без проездного, но с включенными музеями. С картой гостя вам открыты 18 музеев Минска и 5 галерей. Поэтому познакомиться с белорусским и мировым искусством с картой будет легко. Вход может быть как бесплатным, так и со скидкой. Просто сканируется QR-код, и посетитель, владея этой картой, уже получает бесплатное посещение от нашего музея. Либо это будет аудиогид, который предоставляется в нашем музее, опять же, бесплатно. Либо же это будет экскурсия с нашим штатным экскурсоводом. 2018 в Китае объявлен годом белорусского туризма, но на прием туристов из Поднебесной активно работают и туристические компании в Минске. О перспективах развития туристического рынка 2 дружественных стран говорили и на выставке «Отдых-2018». Нам интересна ваша природа, ваша очень хорошая природа, чистый воздух и люди добрые. Это самое важное. Народ белорус совсем разный с китайцем. Поэтому для них это все интересно, все-все интересно. Озеро, природа, лес, все-все. За 2 месяца картой гостя уже воспользовались более 100 туристов. А к масштабному спортивному событию, 2-м Европейским играм, будет создана и специальная тематическая гостевая карта. Она откроет туристу доступ к достопримечательностям 2-й Европеады, спортивным объектам и в зоны гостеприимства. Надежда Щербиненко, Юлия Токарь и Анастасия Бенедисюк о гостях твоего города.